Однажды вечером я смотрел Оливера Твиста, фильм Дэвида Лина 47-го года. Главным оператором был Гай Грин. Я смотрел фильм, смотрел начало, как мать Оливера, у которой уже начались схватки, идет по темной пустоши. И мой дядя, который тоже смотрел фильм, сказал: «Великолепные съемки». Я переспросил: «Съемки?» Тогда я впервые узнал, кто такой кинооператор. Я узнал, что подсознательно я реагирую на свет. Вначале был просто человек с кинокамерой. Не было никакого режиссера, никого больше. Только человек с камерой, который снимал сюжеты. Этот сюжет мог быть длиной в 20 секунд. Просто поезд, надвигающийся на зрителя. Затем появились актеры. А кинооператор был, по сути, просто фотографом. Он не умел работать с исполнителями. И появился режиссер. Вначале существовало разделение обязанностей. Режиссер управлял исполнителями, а кинооператор занимался всем остальным. Всегда бывает трудно сказать актеру, куда нужно смотреть. Сказать ему, например: «Смотри сюда, здесь женщина, которая сейчас заплачет или споет арию, или мужчина, который достанет пистолет, или он выглядит нормально, но позади него стоит обезьяна». Мы делаем какие-то вещи, которые даже не осознаем, а потом видим готовый фильм и понимаем, что то, что мы сделали чисто инстинктивно, сами не зная почему, оказывается находкой для фильма. И очень трудно объяснить, почему так происходит, но это так. Великие кинооператоры. Оператор способен глубоко почувствовать ту историю, которую он пытается рассказать, и найти визуальные образы, которые помогают рассказать ее. Великий кинооператор дополняет уже существующий материал. Он старается понять тему фильма и язык режиссера, с которым он работает. Я думаю зрительными образами. Я думаю о том, что будет, если выключат звук. Смогут ли зрители разобраться в том, что происходит? Существует множество способов киносъемки. Это язык гораздо более сложный, чем язык слов. В луче света. Мне нравится приходить в павильон, в котором абсолютно темно, затем включать первый свет и потом говорить «начали». Фильм «Великолепные Эмберсоны». Главный оператор Стэнли Кортес. Меня это вдохновляет. Я хочу копировать и повторять то, что я видел на экране в фильмах мастеров, в фильмах гигантов. По сей день я преклоняюсь перед Чарли Лэнгом, Стэнли Кортесом, Тедом Маккордом, фильм «Как зелена была моя долина», главный оператор Артур Миллер. Перед Артуром Миллером, Тедом Муром, Леоном Шемроем, Милтоном Краснером, перед всеми этими людьми. Я хотел быть таким, как они, и делать то, что делали они. Что было совершенно необходимо во времена черно-белого кино, это было необходимо отлично представлять, что такое фотография. Когда я говорю, то были настоящие кинооператоры, я имею в виду, что эти люди знали фотографию. Чем больше я снимаю, тем чаще я возвращаюсь к фильмам, снятым в 10-е и 20-е годы. Несколько лет назад мне посчастливилось увидеть негатив «Рождения нации», снятого Билли Битцером. Он работал с Гриффитом на всех его ранних фильмах. Для меня было настоящим вдохновением осознать, чего он добился тогда, на заре кинематографа. Представьте, какая у него была техника, и что ему удалось сделать с ней. Хотя потом технику киносъемки так быстро усовершенствовали. Фильм «Кинооператор». Главные операторы Элджин Лесли и Реджи Леннинг. 20-е годы были золотой эрой кино, потому что камере тогда не мешал звук. Ей не мешали все эти технические приспособления, которые связаны с диалогом, с текстом, со звуком. Это было подлинно визуальное искусство. Фильм «Толпа», главный оператор Генри Шарп. Первые фильмы были более свободными. Я имею в виду такие вещи, как, например, в фильме «На восток», когда Лилиан Гиш перепрыгивает с льдины на льдину. Это почти документальная съемка. Она действительно прыгает, без всяких трюков, не в павильоне.
Фильм «Бен-Гур», главный оператор Карл Страсс. Камера была очень свободной, она могла быстро передвигаться. Камеры были гораздо легче тогда. И тот факт, что не было звука, позволял снимать очень свободно. Камера могла быть где угодно. Кабинет доктора Каллигари, главный оператор Вилли Хамайстер. Немцы в 20-е годы были лидерами. Такие режиссеры, как Пабст и Мурнау. Фильм «Последний человек», главный оператор Карл Фройнд. Они взяли многие формальные элементы из немецкой экспрессионистской скульптуры, живописи, графики и привили все это к кинематографу. Многие европейские кинорежиссеры, такие как Мурнау, приехали позже в Соединенные Штаты. Фильм «Восход солнца» стал настоящей вехой в американском кино. Этот фильм ошеломлял всем. Работой художника и использованием экспрессионистской техники освещения персонажи раскрывались благодаря очень сложным изменениям освещения и необычным источникам света. Все это было ново и необычно для американского кино. Они снимали с движения, и план мог продолжаться без конца. Они прокладывали в павильонах над головой дорожки для камеры. Они были, на удивление, изобретательны. Их камера была очень гибкой. У нас сейчас есть такие технологии, как Steadicam, но они делали это еще в 27-м году. Все приходилось рассказывать зрительными образами. И я думаю, что когда появился звук, это была огромная катастрофа для кинематографа. Я думаю, если бы звук появился на 10-15 лет позже, искусство кино, искусство кинооператора оказалось бы гораздо более развито, чем даже сейчас. Мы все видели эти эпизоды из ранних звуковых фильмов, когда было совершенно очевидно, что микрофон спрятан в вазе с цветами на столике, потому что все актеры наклонялись к этой вазе, прежде чем начать говорить. Мне не за что вас винить, я сын вашего шефа, а следовательно, гнусный негодяй. Если бы я вам не доверяла, меня бы здесь не было. К счастью, вы здесь. Положить вам? Камера больше не может двигаться. Ей недоступны даже самые простые горизонтальные или вертикальные движения, потому что она заключена в гигантский звуконепроницаемый ящик, похожий на холодильник. И понадобилось несколько лет, чтобы кинооператоры задумались о том, как снова освободить камеру. Фильм «Доктор Джекил и мистер Хайд», главный оператор Карл Страсс. Если режиссер был неравнодушен, как Рубен Мамулян, например, он боролся за подвижную камеру. То, что фильм снимался звуковым, не означало, что звук нужно записывать для каждого эпизода. Звук можно было добавить позже. У Мамуляна, у Любича, в некоторых ранних звуковых фильмах, у Видера, например, мы видим, что эти люди отказываются становиться рабами звука. Но хорошая работа дается теперь с большим трудом. Когда камеру поместили в передвижное звуконепроницаемое устройство, ее поставили на колеса, и она снова приобрела способность двигаться. Это придало много энергии кинематографу. Камера теперь снова могла следовать за актерами или двигаться им навстречу. Фильм «Золотоискательница» 1933 года. 30-е годы принесли с собой расцвет студийной системы, и ведущие кинооператоры помогали создавать то, что считалось имиджем студии. Лоск Парамаунта, жесткость Warner Brothers и романтический ореол, который мы ассоциируем с Метро-Голдвин-Майер. In
В те времена студийной системы, с 30-х по 50-е годы, у каждой студии была своя лаборатория. И каждая студия стремилась сделать свои фильмы уникальными, неповторимыми, не похожими на остальные. В этом студии полагались на кинооператоров, художников и режиссеров, работавших по контракту. Эти люди вместе учились, вместе разрабатывали новые технологии, изобретали оборудование. Все, что вы увидите на современной кинокамере, было изобретено каким-то оператором, потому что он хотел что-то сделать, не знал, как это сделать, приходил в лабораторию и придумывал это. Была студийная система, и были люди, которые проходили через нее, постепенно поднимаясь вверх по лестнице, а от помощника режиссера выше, следуя по стопам человека, с которым они работали. Каждый стремился произвести свое впечатление и создать свой стиль. Это мы и называем теперь Голливуд. Фильм «Морской ястреб», главный оператор Сол Полито. Это вам не шутка. Вы заканчивали в субботу вечером, а в понедельник утром начинали работу над новым фильмом, иногда имея только воскресенье, чтобы прочитать сценарий. Там людей заставляли работать, им хорошо платили, но халтуры не прощали. Только на самых больших фильмах был долгий подготовительный период. История Вернона и Айрин Кассел, главный оператор Роберт Дегас. Эти люди каждый день на своей работе подвергались новым испытаниям. Они должны были уметь переходить от одного дела к другому. На студиях иногда распознавали лучших работников, иногда нет. У системы были свои плюсы и свои минусы, для кинооператоров так же, как для всех остальных. И сегодня мы оглядываемся на те времена и чувствуем порой ностальгию. После того, как много лет мы ругали студийную систему, теперь мы говорим: «Господи, но они же сняли столько фильмов и дали шанс стольким людям». Фильм «Одержимость», главный оператор Оливер Марш. Выпьете. Первостепенная важность актера или актрисы — это двигатель голливудского фильма. И это диктовало кинооператору определенный лексикон его работы. Средний крупный план через плечо. Главным было, чтобы актеры, особенно актеры и актрисы в главных ролях, были так красивы, как только возможно. Если оператор хорошо снимал звезду, то звезда обладала достаточными возможностями для того, чтобы заключить с вами контракт. Или, по крайней мере, чтобы настаивать на выборе того или иного оператора для работы над фильмом. Фильм «Изавель», главный оператор Эрнест Хейлер. Луи Мейер был очень умным человеком. Он вызывал к себе оператора и говорил ему: «Слушай, мне все равно, что там предстоит испытать актрисе, пожар, наводнение, что угодно, мне наплевать. Но она должна быть красавицей». Фильм «Красная пыль», главный оператор Гарольд Россон. Это первое, чему нас учили, потому что это был хлеб кинооператора. Кинооператору говорили: клади тени куда хочешь, но только не на их лица. Зрители хотят видеть их лица. Это было правило, и это видно теперь в большинстве тех фильмов. В то время особенно звезде было очень важно иметь своего оператора. Гарбо, например, не хотела работать ни с кем другим, кроме Билла Дэниелса. Фильм «Камилла», главный оператор Уильям Дэниелс. Он был во многих отношениях кинематографистом-бунтарем, а позднее стал идеальным студийным оператором. И мне было жаль, когда Гарбо умерла, что немногие газеты упомянули Билла Дэниелса, потому что это тот человек, который создал, вместе с ней создал ее экранный образ. Вы заметили, например, как изумительно они работали с Марлен Дитрих? Когда на съемочной площадке устанавливали общий свет, на нее всегда ставили чуть больше света, чем на остальных, на всех вокруг. И она словно бы вспыхивала среди толпы. Фильм «Шанхайский экспресс». Странно, но я как будто ничем не могу вас развлечь.
Я ненавижу, когда меня развлекают. Прошу вас, не делайте этого. Я хорошо помню этот фильм «Желание». Я тогда выяснил, что для ее лица нужно совершенно особое освещение. Высокое освещение, чтобы немного опустить скулы. И тогда она выглядела великолепно. Я думаю, первым это выяснил Штернберг. И с тех пор она настаивала, чтобы ее освещали именно так. Прошу вас, убирайтесь отсюда. Разве так можно говорить с мужчиной, чье имя вы носите? Ну хорошо, я отняла у вас ваше имя, и что с того? Или Клодет Кольбер. Ей нравился только один из ее профилей, вы, наверное, об этом знаете. И декорации специально строили так, чтобы снимать ее всегда с одной стороны. С другим профилем у нее действительно была проблема. А время от времени появлялся актер с такой же проблемой, и тогда обоих приходилось снимать с одной стороны. И теперь проблемы были у вас. Фильм «Великолепные Эмберсоны». Стиль студии преобладал над индивидуальным стилем кинооператора, но были люди, которые выбивались из этого правила. Такие мастера, как Джордж Фолзи, как Грег Толланд или Артур Миллер. Они обладали такой силой и таким индивидуальным голосом, что они пересиливали те студии, на которых работали. И сегодня их фильмы очень легко узнать. Фильм «Ребекка», главный оператор Джордж Барнс. Вы что-то хотели, мадам? Я не ожидала вас увидеть, миссис Денверс. Я заметила, что окно не закрыто. Джордж Барнс, я восхищался его работами. У него был романтический стиль и удивительное воображение. Прекрасная комната, не правда ли? Самая прекрасная, какую вы видели в своей жизни. Все осталось так, как любила миссис Де Уинтер. Ничто не изменилось с той последней ночи. Грег Толланд научился своему делу у Джорджа Барнса. Он работал с ним на очень многих фильмах. И потом, когда Грег стал работать самостоятельно, он делал удивительные вещи. Человек, который по-настоящему вдохновлял меня, это Грег Толланд. Я видел все его фильмы. Я помню самый первый, это был «Долгий путь домой». Это была просто фантастика. Он всегда выстраивал пространство в глубину. И у него очень интересное освещение. Потому что он отваживался вносить в фильм очень много контрастов. Иногда, может быть, чересчур много. Но для кинематографа это было потрясающе. Он сделал с Джоном Фордом фильм «Гроздья гнева». Это был очень натуралистичный фильм. Такое ощущение, что видишь почти документальную реальность. Можно взять кадры из этого фильма и поместить их рядом с фотографиями Уокера Эванса или других фотографов-натуралистов, и разницу заметить будет очень трудно. У него действительно было какое-то особое зрение, способность наблюдать. И он был очень творческим человеком. Например, много позже мы начали снимать при свете свечи или при свете спички. А он уже делал это в «Грозде гнева». У него не было технологий, которые есть у нас сегодня. Но когда он показывает этот пустой дом, вы чувствуете, что это действительно свет обычной свечи. Толланд был игроком.
азартным игроком. Он не боялся испробовать ничего нового. Я помню, когда они снимали «Гражданина Кейна», я работал у Селзника, фильм снимали на его студии. «Так, по-вашему, руководят газетой?» Я не знаю, как руководят газетой, я пробую все, что приходит мне в голову. Он работал с Орсоном Уэллсом, который тоже был игроком. И они стали великолепной парой в том фильме, великолепной парой. Правда, хотелось бы узнать, какие фильмы Уэллс и Толланд смотрели вместе, что им нравилось, и как Уэллс познакомился впервые с работами Толланда. Толланд понимал все правила, которые можно нарушить. Фильм начинается пародией на ролик «Кинохроники», и все это сделано с такой любовью, с такими точными деталями, подробностями. Какая фактура. Им, наверное, было очень весело вместе, когда они сидели и соображали, что бы еще такое придумать. Между ними, наверное, установилось очень сильное взаимное доверие, потому что режиссер должен поверить в своего оператора и дать ему свободу. То, что Толланд внес в этот фильм, просто удивительно. Глубокое пространство и движение камеры. Необходим особый режиссер, чтобы смириться с такой требовательностью кинооператора, чтобы рассчитать всю хореографию актеров специально для камеры. Снимая с глубоким фокусом, он смог дать Орсону большую свободу в передвижении актеров в каждой сцене. И я думаю, что уже одно это было огромным вкладом в фильм. В кинематографе всегда существовала эта проблема. Невозможность сфокусировать камеру одновременно на двух актерах, из которых один стоит на переднем плане, а другой в 6 метрах позади него. Грег несколько лет работал над новым объективом, который позволил бы ему придать большую глубину сцене. И я думаю, это одна из тех вещей, которые придают «Гражданину Кейну» его невероятную динамику по сравнению с другими фильмами того времени. В 1948 году он шел в одном из самых популярных кинотеатров Будапешта ровно одну неделю, а потом правительство изъяло фильм из проката. На каждом сеансе был аншлаг, потому что все знали, что будут показывать «Гражданина Кейна». Это было одно из главных культурных событий того времени. Именно тогда я впервые увидел «Гражданина Кейна» и просто не мог поверить в величие и в магию кино. Через какое-то время «Гражданин Кейн» стал для нас учебником. Так жаль, что они никогда больше не работали вместе. А уважение Уэллса к нему вполне ясно выражено в титрах фильма, где Уэллс и Толланд делят один кадр. Расцвет жанра черного кино пришелся на первые послевоенные годы. А истоки его визуального стиля можно проследить еще к самому началу эпохи немецкого экспрессионизма. В этих фильмах был какой-то лаконизм. Лаконизм визуальных и стилистических средств. Каковы основные факты в истории, каковы основные факты в жизни персонажей, и какова основная визуальная информация, которая нужна нам, чтобы рассказать эту историю. И таким образом в черном кино разрабатывался все более строгий лексикон визуальных средств. Один очень сильный источник света, светлые полосы, густые тени, низкий угол камеры, крайне жесткие графические элементы, в которых была какая-то первозданная простота. Фильм «Милдред Пирс», главный оператор Эрнест Хейлер. Мы тебя не ждали, Милдред, как видишь.
Джон Олтон был одним из ведущих операторов черного кино. Олтон и другие операторы в этом жанре не боялись темноты. Они готовы были дать самый общий набросок кадра. Легкий набросок, чтобы проверить, как можно использовать темноту в качестве негативного пространства. Темнота была у них самым важным элементом сцены. На нас, на всех это повлияло. В том смысле, что важен иногда свет, который не включают. У Олтона есть один фильм, который, как мне кажется, особенно повлиял на этот жанр. Он называется «Большая чистка». Это очень простой, можно сказать, неэлегантный фильм, в чем-то жестокий. Но он удивительно пользуется здесь очень скупым графическим освещением. Так что фильм становится на самом деле черно-белым, в нем очень мало серого. Можно взять любой эпизод из этого фильма, особенно последний эпизод, где единственный источник света, прожектор, освещает место перестрелки. И в последних кадрах темные силуэты выходят в серую предрассветную дымку. Это очень яркие образы. И под конец этого периода появляется такой фильм, как «Печать зла» Орсона Уэллса. Невероятно барочный и сложный по стилю, но по сути это черное кино. Уэллс потребовал, чтобы на студию Universal привезли легкую европейскую камеру Эклер Камафлекс. У нас был один молодой оператор по имени Филипп Лейтроп. И он брал камеру в руки и планировал с Орсоном композицию каждой сцены. В некоторых сценах видишь, как много здесь снято ручной камерой, и в то же время в этом нет никакого дилетантизма. Этот фильм в особенности вдохновил нас всех, потому что он был учебником того, чего можно добиться за короткое время с маленьким бюджетом и по большей части на натуре. К тому же почти одновременно с этим во Франции начала зарождаться новая волна. А тут Орсон Уэллс снимал фильм «Новой волны» на голливудской студии. Я думаю, этот фильм до сих пор вдохновляет многих кинематографистов. Эксперименты с цветной съемкой шли постоянно, с самого зарождения кинематографа. Еще до того, как появилась цветная съемка как таковая. Кинематографисты порой вручную раскрашивали кадр за кадром целые эпизоды или даже целые фильмы. Затем позднее в немой период использовали тонирование эпизодов. Например, синий цвет для ночи, розоватый для рассвета или что-то в этом роде. Затем в 30-е годы Рэй Ренахан снял фильм «Тайна музея восковых фигур», используя двухцветовой процесс. Через камеру бежали две пленки, и съемка велась на них одновременно. Рэй Ренахан делал удивительные вещи с двухцветовым процессом. Затем, когда появился трехцветовой процесс, студии начали понимать, что это вполне серьезная технология, и интерес к ней нарастал. Фильм «Бекки Шарп», главный оператор Рэй Ренахан. Процесс был усовершенствован, появились новые великолепные градации тонов, и очень многие заинтересовались им. Это привело к великим достижениям цветного кинематографа конца 30-х, начала 40-х годов. Еще один танец, и моя репутация погибнет навсегда. Если есть мужество, можно обойтись без репутации.
Когда снимали «Унесенных ветром», это называли новым кино, быстрым кино. Все приходилось освещать дуговыми лампами. И с таким количеством света работать было невероятно трудно. Виктор Флеминг раньше сам был оператором, до того, как стал режиссером. Он знал камеру, знал ее ограничения. В той сцене на станции, где лежат убитые и раненые, там были и люди, и манекены. Снимать пришлось с особого крана, который привезли из Лонг-Бич. Это был почти Деррик-кран. Снимать было очень трудно, но я думаю, это один из лучших эпизодов в фильме. Я думаю, для тех людей, которые работали с черно-белым кино, и которым затем пришлось работать с цветным, это была не только техническая адаптация, но и философская. Для того, чтобы научиться черно-белому видению, нужна очень большая дисциплина. А затем, внезапно, после того, как много лет, они учились определять, как та или иная сцена будет выглядеть в черно-белом изображении, эта сцена становится цветной. Черно-белое кино гораздо более абстрактно, оно отстранено от реальности, по сути своей. И оно дает большую свободу драматических средств выражения. Я думаю, именно поэтому многие из тех людей не хотели расставаться с черно-белым кино. Те из нас, кому не пришлось работать в черно-белом кино, я, например, с нетерпением жду такой возможности. Я не сомневаюсь, что это будет очень трудно. Нам придется идти в противоположном направлении. Фильм «Ночь охотника», главный оператор Стэнли Кортес. Каждый из старой школы кинооператоров, такие люди, как Чарли Кларк, Леон Шамрой, Артур Миллер, Джеймс Вонг Хау, те, с которыми я сам встречался, считали это своей работой, своим ремеслом. А если с ними заговаривали об искусстве, никто из них ни за что не признавал, что относятся к этому как к искусству. Они говорили так: «А, да, вот в том фильме я сделал один интересный спецэффект». Когда снимаешь фильм, существует сценарий, существует какая-то история. И эта история диктует нам, что мы будем делать, как мы будем снимать этот фильм, как будет работать режиссер, как будут работать актеры. Все подчинены этому сюжету, этой истории. Мы можем отклоняться в ту или иную сторону, реализовывать наши идеи, но не нашу индивидуальность. Как кинооператор, я стараюсь сделать так, чтобы техническая сторона моей работы была не видна в сцене. Я стараюсь найти самый простой подход к освещению. Я хочу, чтобы моя работа не мешала разворачиваться сюжету, не мешала игре актеров. Я тебя запомню, милая. Ты та, которой удалось уехать. Я работал с Джеймсом Вонгом Хау на фильме «Пикник». Я был его помощником. Я сделал, я помню, сцену игры и последние кадры фильма. Это была съемка с вертолета. В то время вертолеты еще не использовали для съемок так часто, как сейчас. Вертолеты были только у армии, только у военно-морского флота. И лучший момент моей жизни был, когда дня три спустя отснятый материал был проявлен, и мы смотрели его. Я сидел рядом с Джимми Хау,
И когда стали показывать мою сцену, она была совершенно захватывающей, особенно для зрителей, которые раньше ни разу не видели съемок с вертолета. И Джимми Хау сказал: «Очень хорошо». И до сих пор, когда я делаю какой-то план, который нравится мне самому, я повторяю про себя эти слова так, как их сказал мне Джимми Хау. «Очень хорошо». В системе CinemaScope, в которой мы стали снимать тогда, кадр был прямоугольным, очень сильно вытянутым по горизонтали. А до тех пор кадр фильма был чуть ли не квадратным. Теперь же появилось очень много пустого пространства по бокам кадра, и многих стало смущать, а что надо делать с этим пространством, насколько надо его использовать. И когда в конце 50-х, начале 60-х годов появляется все больше широкоформатных фильмов, по ним можно проследить, как постепенно начинают использовать эту ширину кадра. И уже в таком фильме, как «Лоуренс Аравийский», в широком кадре чувствуется не меньше динамической энергии, чем в более квадратном кадре 40-х годов. На многих в моем поколении произвели очень большое впечатление фильмы из Европы, когда у нас появилась возможность их смотреть. И наши пионеры Хаскел Векслер и Конрад Холл и другие давали нам пример реакции на европейский стиль. А позже, когда появились Вилмос Зигмунд, Ласло Ковач и другие люди, вышедшие из европейской традиции, ставшие снимать здесь, мы оценили этот стиль, который так сильно отличался от практики голливудских студий. Я думаю, на меня больше всего повлияли фильмы французской «Новой волны». Они улавливали какое-то удивительное ощущение жизни. Их камера стала более раскованной. Они запросто могли схватить камеру в руки и побежать с ней. В их фильмах было что-то почти документальное, и это втягивало вас в фильм, как не могла втянуть более статичная камера. Но я бы не сказал, что в этом есть что-то новое. Достаточно посмотреть «Наполеона», которого Абель Ганс снял в 26-м году. Там есть все новые идеи, какие могут прийти вам в голову даже сегодня. У него был свой стедикам, он подвешивал камеры на веревках, у него были краны и операторские тележки, и какие угодно спецэффекты. В кинематографе старые идеи разве что по-новому изобретаются. Я думаю, в кино произошла эволюция. И я думаю, что если бы многие кинооператоры того времени были помоложе, они показали бы нам немало интересного. Я приведу вам очень хороший пример. То, что называется новым стилем 60-х годов, это Роберт Сёртис. Он снял, как называется тот фильм про свадьбу с Дастином Хоффманом? «Выпускник». Я помню, как я читал все эти рецензии в газетах. Они писали: «Свежий, восхитительный, новый стиль» и так далее и тому подобное. Это снял 65-летний старик. Поскольку появляется новая техника, кинооператоры тоже не стоят на месте. Они все время хотят изучать какие-то новые возможности. Они все время создают себе проблемы и пытаются искать выходы. Я не думаю, что любой оператор может работать с любым режиссером. Ты все время производишь какой-то отбор в своей работе. Ты совершаешь путешествие в одиночку. И иногда встречаешь людей, которые движутся в том же направлении. Вы можете стать друзьями, или ты можешь встретить человека, который станет твоим учителем. И я думаю, Бертолуччи был одним из главных людей, которых я встретил в жизни. Перед тем, как мы начали съемки «Конформиста», Бернардо позвонил мне. Он спросил меня: «Витторио, что мы знаем о том периоде?» «Все, что мы знаем об этом времени, конец 30-х годов, мы знаем из кино. И поэтому, может быть, нам нужно использовать в фильме все то, что тот период дал кинематографу». We look
Мы смотрели работы великих мастеров американского кино. С точки зрения Бернардо, это был Орсон Уэллс. С моей точки зрения, Грег Толланд. Все, что я делал, кем-то было уже сделано до меня. И я был как бы суммой опыта всех этих людей. Конформист стал почти что энциклопедией киноязыка. Он включает в себя все методы дизайна, съемки и монтажа, существовавшие к тому времени, и делает это очень связно. Эти изменения так называемого стиля и техники кино, которые произошли в тот период, когда появились такие люди, как Конрад Холл, Хаскел Векслер, Вильмас Жигмунд, Ласло Ковач, все это произошло благодаря режиссерам. У нас появились новые режиссеры, которые не хотели работать в студийной системе. Они хотели снимать на натуре. В те времена происходило какое-то безумие, потому что нам нужно было снимать фильмы очень быстро. У нас было мало времени и мало денег. Но с «Беспечным ездоком» произошло иначе. Мы смогли по-настоящему подготовиться к постановке. Мы проехали от Лос-Анджелеса до Нового Орлеана. Осмотрели очень много мест. И внезапно мы сами почувствовали эти невероятно огромные пространства, где таким удивительным образом одно место перетекает в другое. Это было удивительное визуальное переживание. Так я сам познакомился с этой страной. И в этом есть какая-то магия. Разбить целую страну, целую цивилизацию на визуальные элементы. Мы тогда снимали немного иначе, чем при старой системе. У нас было другое освещение. Мы пытались сделать что-то новое. Я 5 лет работал с Конни Холлом. Я 5 лет был его помощником. Мне особенно часто приходилось отстаивать наши ошибки перед руководителями студий и другими людьми, даже перед зрителями, используя эти ошибки, нахально превращая эти ошибки в новаторство. Если свет бликовал в объективе, это считалось браком. Кто-то сразу же докладывал об этом. Солнце попало в объектив, появились блики, значит, сразу стоп. Он никогда ничего не боялся. Я снимал с Конрадом, и я видел, он использовал так мало света, что в комнате почти ничего не было видно. И в то же время все было видно. Он не знал, что такое работать наверняка. Когда было слишком темно, не видны были глаза, или слишком сильно был освещен задний план, раньше никто просто не осмеливался делать такие вещи. Таких людей просто увольняли. Второй фильм, на котором я работал с Конни, назывался «Профессионалы». Конни Холл был главным оператором, я был его помощником, Джордан Кроненвет был вторым помощником. Кроме того, с нами работали Чарльз Рошер-младший и Роберт Берн. Мне понравилось, как мы тогда поработали. К несчастью, много приходилось снимать ночью. Ночь — это всегда проблема. Проблема для съемки. Конни был великолепен. Я помню, мы снимали ночью сцену побега. Герои прыгают в угольную вагонетку, едут по рельсам, потом начинаются взрывы, люди прыгают из вагонетки. Конни был новатором, очень дерзким новатором. И в то же время он всегда был надежен. У него безупречный вкус. Он знает нужное равновесие между черным и белым, тенью и светом, днем и ночью. Он только смотрит на натуру и уже знает, что и как нужно сделать.
Это дар. У нас не было мучительного выбора снимать фильм цветным или черно-белым. В тот год еще 112 фильмов были сняты черно-белыми, так что выбор был простой. Насчет широкого экрана это было сложнее. Мы решили, что широкий формат как раз подходит для наших целей. Та сцена, где Роберт Блейк ждет казни и говорит со священником, это снимали в павильоне. Сверху был карниз, с которого текла вода, а сбоку стоял вентилятор, чтобы вода ударялась о стекло. Но струйки воды разбивались на брызги. И свет падал на его лицо через эти брызги. И один раз, когда это произошло, я случайно как раз взглянул на него. Я подошел к Ричарду Бруксу и сказал: «Ричард, посмотри на его лицо». Мы еще раз отрепетировали. И теперь в готовой сцене вы видите, как вода течет словно бы по его лицу. Он говорит о своем отце, все очень грустно, его вот-вот повесят, но он играет строго, не эмоционально. И визуальный ряд как бы плачет по нему. Потом очень многие операторы звонили мне и спрашивали меня, как я это сделал. Я не задумывал этого заранее, и Ричард этого не задумывал. Никто не мог это задумать. Это была просто визуальная случайность. Я боялся, что не смогу работать по голливудскому канону. У меня не было тщеславия, которое говорило мне, что мой способ работы окажется новаторством в кинематографе. Я пытался соединить два способа. Я вышла за него замуж, все запланировала. Вначале он станет деканом исторического факультета. Затем, когда отец уйдет на пенсию, приберет к рукам весь колледж. Так все должно было быть. Начинаешь сердиться? Я знал документальный стиль. Основы киносъемки. Ручную камеру, реалистическое освещение. Потому что в документальном кино большую часть времени работаешь с реалистическим светом. В Голливуде атмосфера была совсем другой, и меня считали пацаном, хотя мне было, наверное, уже за 30. Мне помогло мое знание киномонтажа. И знание того, как может двигаться камера. Это тоже мне дал опыт работы в документальном кино. Я прочитал в автобиографии Ричарда Бертона, что когда выбирали оператора для съемок фильма «Кто боится Вирджинии Вулф», он был против меня, потому что он боялся, что с моим документальным стилем будут видны оспины у него на лице, и я буду слишком жесток к нему. Но Элизабет Тейлор заняла мою сторону, и в конечном итоге они остались довольны результатом. Мы снимали в Новой Англии, и из лаборатории пришли проявленные сцены. Кому-то там показалось, что они слишком темные, и речь шла о том, чтобы меня уволить. К счастью, я узнал об этом только позже. Я запланировал степень темноты и полусвета в фильме, чтобы потом, когда наступает утро и появляется первый утренний свет, возникало ощущение волшебной перемены времени. Это были очень трудные, бурные съемки. Я думаю, что фильмы надо снимать не из-за диалога. У фильма должен быть хороший сюжет, но главное, как эта сюжетная история рассказана визуальными образами. А диалог в фильме должен быть как музыка. Фильм «Маккейб и миссис Миллер» — это великолепный пример того, как режиссер и оператор работают в партнерстве.
Олтман хотел, чтобы фильм выглядел как-то особенно, но в то же время он сам точно не знал, чего он ищет. Когда мы начали обсуждать это, он сказал мне, что он имеет в виду что-то похожее на старые фильмы, на старые потускневшие фотографии. Я сразу понял, о чем он говорит, и стал экспериментировать с техникой флэшинга. Я рассказал ему об этом, о том, как можно размыть цвета и придать фильму потускневший вид. Флэшинг позволяет как бы затуманить фильм. Все равно, что наложить на негатив слой тумана. И в результате черное становится не черным, а каким-то сероватым. От этого появляется больше теней. И остальные цвета тоже оказываются размытыми. Я сам немного устал от этих размытых цветов. И я как-то начал говорить ему: «Роберт, может быть, не стоит делать так весь фильм? Может быть, нужны какие-то вариации?» Он сказал: «Ни в коем случае, никаких компромиссов». Он сказал: «Я с тобой, я отстаю тебя перед кем угодно, если кто-то будет жаловаться». И, конечно, на студии очень много жаловались. Кино начало порывать с голливудской системой. Появилось влияние восточного побережья, влияние зарубежных рынков, и появились такие режиссеры, как Роман Полански. У Романа был великолепный опыт. Он учился в польской киношколе. Он прекрасно знал фотографию. Он понимал фотографию, понимал образы и людей, их эмоции. Его всегда очень интересовали эмоции. Зачем тебе идти к какому-то врачу, которого никто не знает? Тебе нужен самый лучший. Где у тебя телефон? В спальне. В «Ребенке Розмари» есть такой эпизод. Руф Гордон спрашивает ее, где телефон. Мия отвечает: в спальне. Руф говорит: очень хорошо, и выходит. Роман сказал: Билли, покажи мне Руф в кадре. Я сделал идеальный кадр, прекрасно видно, как она говорит по телефону. Я говорю: Роман, у нас все готово. Он подходит, смотрит, говорит: нет, Билли, не так, двигай, влево, влево. Я двигаю камеру, смотрю. И вижу. Видна только ее спина. Руф Гордон сидит на кровати, но не видно ни ее лицо, ни телефон. Я говорю: ее же не видно. Он отвечает: вот именно. Я говорю: ладно. Затем мы сидим в кинотеатре. И 800 человек в кинотеатре делают вот так, чтобы заглянуть в эту дверь. Вот вам Роман Полански. У Нью-Йорка есть свой собственный стиль, я называю его уличный стиль. Может быть, потому что у них не было таких лабораторий, мастерских, такой техники, как было у нас в Голливуде. Поэтому возник этот стиль. В Нью-Йорке не верили в избыточность всего, в большой фильм в голливудском понимании слова. Это была такая ситуация, в которой из соображений стиля, времени и денег люди выходили на улицы и снимали там. Вероятно, тогда и возникло то, что сейчас мы называем нью-йоркским стилем. Билли Дэниелс снял фильм, который назывался «Обнаженный город». Тогда появились новые, более легкие лампы. Можно было обходиться без дугового освещения. И он снял целый фильм в нью-йоркском стиле. Снимая «Обнаженный город», он просто вышел во двор и сделал это, снял то, что было. Потом этот стиль копировали. Но что можно сделать лучше, чем фильм в порту? Ничего. Люди верили в это. Они сами были частью этого холодного климата, этого холодного мира.
В этом фильме был потрясающий черный цвет. Люди узнавали его. Во всех эпизодах, снятых ночью на натуре, там был удивительный насыщенный черный цвет. Когда мы снимали в Нью-Йорке, нам постоянно приходилось импровизировать. Мы использовали то, что лежало под рукой, то, что можно было найти на улице. Снимать было очень тяжело. Мы постоянно ходили по улицам. Грязь и жадность, так бы я это охарактеризовал. Вот о чем рассказывает «Полуночный ковбой». Я всегда говорю, что «Собачий полдень» был снят с какой-то особой энергией. В каждой сцене была эта энергия. Со всех точек зрения. С точки зрения актеров, с точки зрения камеры и ее движений. Когда мы начали снимать, для нас не было никаких сомнений в том, что фильм должен выглядеть как полудокументальный. Все должно было быть реально. Зрители должны были верить, что это не просто история, которая произошла когда-то, что она происходит здесь и сейчас. И я думаю, нам это удалось. Я познакомился с Мартином. Он проводил собеседование с операторами. Мы поговорили. У меня были какие-то преимущества перед другими. Работать должны были члены профсоюза, снимать надо было в Нью-Йорке. Бюджет был небольшой. Мое преимущество заключалось в том, что я видел много хороших европейских фильмов, поэтому нам было о чем поговорить. Мы говорили на одном языке. И поскольку оба мы говорим очень быстро, мы быстро начали говорить на одном языке. Мы снимали таксиста очень экономно. Марти знал, что можно опустить. Достаточно было одного выразительного кадра, чтобы сказать все остальное, что мы хотели сказать. Очень многое было изначально заложено в сценарии. Сценарий Шрейдера был крайне визуальным. И это помогало нам при съемках. Мы заранее знали, что нужно искать. И последние кадры, снятые сверху, это вариация на различные темы сценария. Встретились несколько людей, у которых по различным причинам накопились какие-то эмоции, связанные с Нью-Йорком, и эти эмоции нужно было излить. Я думаю, это самый простой и честный способ объяснить фильм. Мне достался французский связной. Билли Фридкин искал оператора, чтобы снимать этот фильм. Все думали, что это будет обычный коммерческий боевик. Но он хотел снимать жестко на улицах Нью-Йорка. Он спросил, смогу ли я это сделать. Я ответил ему, я оператор, я должен сделать все, что вы захотите. Я снял французского связного, и после этого на меня наклеили ярлык оператора нью-йоркских улиц. Я думаю, если бы я начал свою карьеру в Голливуде на западном побережье, я не смог бы работать в том визуальном стиле, в котором работал все эти годы, живя на восточном побережье. Это просто совсем другой мир, другой кинематографический мир, и так было давно. Ты великолепна в постели, потому что удовольствие таится во всех частях твоего тела, в кончике носа, в зубах, в коленных чашечках. Я приписываю заслугу великого прорыва в американском кино Гордону Уиллису. Я думаю, очень многое в нашем современном кино идет от него. Я просто по-другому представляю себе какие-то вещи. И в некоторых случаях это вызывало у кого-то недовольство.
Есть люди, которые говорят, это нельзя сделать, потому что этого никогда раньше никто не делал. Я никогда не работал с таким подходом. Я делаю то, что мне нравится. Он наложил неизгладимый отпечаток на кино, когда вышел «Крестный отец». Это был операторский фильм. Никто не мог этого не заметить. Бона сэра. Что я такого сделал, что вы питаете ко мне так мало уважения? Многое из того, что я делал в этом фильме с верхним освещением, вообще во многом освещение в этом фильме было связано с необходимостью при работе с Марлоном Брандо и его гримом. Все это было направлено на то, чтобы оттенить его роль. А затем такой подход распространился на весь фильм. Меня многие критиковали, мне говорили, ведь у Бранда не видны глаза. Но в некоторых его сценах бывали такие места, где я намеренно не хотел видеть его глаза. Чтобы зритель видел этого загадочного человека, видел, что он думает о чем-то, планирует что-то сделать, и в то же время не знал в точности, а что, собственно, происходит. Гордон Уиллис, «Князь тьмы». Я сам почти не работал с низкой экспозицией, потому что не решаюсь на это, меня это пугает. Но такие люди, как Гордон, в точности знают, насколько это допустимо. Он превратил малую экспозицию в искусство. Может быть, пару раз я зашел слишком далеко. Есть сцена с Алом и его матерью во второй части «Крестного отца». Наверное, в этой сцене я зашел слишком далеко. Да, пожалуй, пару раз было такое. Дело было не просто в том, что сцены были такими темными. На студии сказали, как мы будем показывать это вечером в открытых кинотеатрах. Там понадобится освещение, нужно же видеть людей. Тогда их сильно волновали открытые кинотеатры. Для нас это ничего не значило. Когда я снимал первую часть «Крестного отца», я принял решение полагаться в этом фильме на желтый цвет, желтый и красный, какой-то медный оттенок. Я почему-то решил, что это подойдет к фильму. И после этого долгое время в фильмах о том периоде преобладал желтый цвет. Нет какого-то одного приема в визуальном решении картины, который сразу отмел бы все проблемы. Нужна хорошая работа художника. Нужен хороший монтаж, хорошая структура кадра. Нужно освещение, нужны фильтры. Недостаточно сделать что-то одно. В работах Гордона Уиллиса нет ошибок. Самое удивительное — это то, что несколько лет спустя он возвращался в этот мир. И если сложить три фильма вместе, то это как один фильм. В этом его заслуга. Любому оператору на протяжении всей истории кино случалось идти на риск. Мое поколение, может быть, рисковало больше других, но только потому, что наши игрушки были интереснее. У нас были лучшие объективы. Мы могли поместить камеру туда, куда никто не ставил ее до нас. В китайском квартале мы сняли одну сцену, когда я сидел с камерой в руках в ванне. В старые времена эта ванна стояла бы в павильоне с выдвижными стенами. А здесь Полански смог добиться от актеров очень интимного, спонтанного поведения, потому что камера была там рядом с ними. В чем дело? Что-то черное на радужной оболочке глаза. Это такой изъян. Это был риск. Риск в отношении освещения. Мы снимали большой художественный фильм, а освещали его как документальный. Yeah.
Им пришла в голову идея сделать китайский квартал широкоформатным. Роман сказал мне, я хочу использовать современную технологию, чтобы снять фильм о прошлом. Из своего окошка в конце 20 века я хочу посмотреть, как все выглядело тогда. И в результате мы снимали вот такой крупный план Фэй Дануэй, и камера была меньше, чем в метре от ее лица. Это могло напугать актера, но Роман использовал это как режиссерский прием, чтобы напугать персонажа. Моей задачей было освещать ее так, чтобы она была как можно более красивой. И я постоянно ходил вокруг нее с лампой в руках. Если она поворачивалась, я переходил с лампой на новое место. Роману это нравилось, он снимал в Польше, где приходилось снимать именно так. Иногда, если он заставлял меня брать камеру в руки, я не соглашался с ним. Я говорил, что это будет отвлекать актеров. Но он был прав. Он заставлял, например, Джека Николсона остановиться на какую-то отметку, а камеру ставил позади его уха. И так выстраивал кадр. Кто-то передвинул отметку, он рассердился. Пришлось заново переделывать сцену. Он хотел, чтобы сцена выглядела так, словно ее рассматривает воеерист. Он 24 часа в сутки думал о фильме. Не о том, как сделать его сложнее, а о том, как сделать его лучше. Когда мы начинали снимать «Челюсти», мы сидели на студии Universal в 3000 миль от того места, где должны были проходить съемки, и пытались решить, какое оборудование нужно взять с собой и как вести съемку. Спилберг сказал, я хочу закрепить камеру на треножнике и прибить его к палубе. Я не хочу, чтобы ее кидало по всему кораблю. Я сказал, Стив, так нельзя снимать морской фильм, потому что всех зрителей вырвет прямо в кинотеатре, если это сделать. Я сказал, я постараюсь вручную выравнивать кадр. Он не мог поверить, что я на самом деле собираюсь это сделать. В одном из этих бесконечных интервью, которые он давал, Стив сказал, это была наша общая шутка на съемках. Это самый дорогой фильм, когда-либо снятый ручной камерой. И действительно, почти целиком все сцены в море сняты ручной камерой. В те времена еще не было стедикама, да это бы и не получилось. Это был гениальный фильм с точки зрения операторского искусства. Нет, действительно, если посмотреть и подумать, что камеру при этом держали в руках, это было здорово. Это все равно, что выиграть мировую серию по бейсболу. При любой возможности мы опускали камеру до уровня воды. Это не сразу замечаешь, но через какое-то время возникает такое ощущение, что, может быть, эта акула вот здесь, прямо под поверхностью. И приближая камеру к воде, мы смогли внести в фильм такую атмосферу, которой очень трудно было бы добиться иным способом. Я заметил, что почти в каждой стране есть кинематографисты, которые приехали из других стран. Их привлекает экзотика. Иностранец, будь он из Европы или из какого-то другого места, свежим взглядом смотрит на чужую страну. И, может быть, он лучше чувствует, лучше видит, что в этой стране есть интересного. Режиссер сказал мне, что это будет очень визуальный фильм, что история будет рассказана зрительными образами. Очень немногие режиссеры действительно готовы отдать приоритет образу. Обычно приоритет достается актерам или сюжету. Но здесь сюжет рассказан действительно образами. Это фильм о прошлом. Тогда еще не было электричества. В результате было меньше света. В фильмах о прошлом должно быть меньше света. Я думаю, в таких фильмах свет должен идти из окон, потому что так жили люди.
Время заката называют «волшебный час», но это неправильное выражение, потому что это не час. Это 20, максимум 25 минут. Когда солнце заходит, но ночь еще не наступила, в небе есть свет. Свет без солнца. Это очень-очень мягкий свет. В нем действительно есть что-то волшебное. В результате у нас оставалось 20 полезных минут в день. Но на экране все это окупилось. Это придает фильму какую-то магию, романтику, волшебство. Здесь у цветного кино было гораздо больше возможностей, чем у черно-белого. Мы снимали «Дни рая» в 76-м году. Фильм вышел в 78-м или 79-м. Но съемки проходили в 76-м. Тогда техника была еще менее развита, чем сейчас. Сейчас мы могли бы снимать настоящие керосиновые лампы. Тогда нам приходилось вставлять в них электрические лампочки. Но важно то, что эти лампы действительно давали свет, свет исходил из них. В старых фильмах, например, в таком великолепном фильме, как «Восход солнца», в немом фильме, вы помните та сцена, когда ищут девушку, утонувшую в озере? Ее ищут с лампами, но они не дают света, это просто декорации. Только декорации. А зрители должны верить, что они дают свет. Но они светят очень слабо. Когда мы снимали «Дни рая», мне посчастливилось увидеть в лаборатории материал, отснятый Нестором. Нестору надо было уезжать, работать с Трюфо. Мне позвонил Терри Малик и сказал, я бы хотел, чтобы ты приехал и сделал этот фильм. Нестору надо уезжать. Мне безумно хотелось поехать. В некоторых сценах я держал камеру в руках. В начале фильма на сталелитейном заводе я сам держал камеру. Я использовал диффузионный светофильтр. Нестор обходился без этого. Как только я вижу фильм, который снят с использованием диффузионного светофильтра, я обычно смотрю минут 10, потом ухожу. Я думаю, что этого достаточно. Я ненавижу такого рода вещи, потому что это так просто. Я испытывал чувство вины от этого. Не то чтобы я очень много снимал с фильтром, но помню, мне казалось, что я нарушаю принципы своего товарища по работе. Теперь Нестор узнает об этом, вы меня записали. After 10 rounds, Judge Rossi, 8-2, La Mata. Judge Murphy, 7-3, La Mata. Если вы посмотрите «Бешеного быка», вы увидите, что его визуальный стиль основан на черно-белых фотографиях из журнала Life, фотографиях 40-х годов. Именно так мое поколение и поколение Марти, он моложе меня, помнит боксерские бои. Мы помним их как большие фотографии в журнале Life. В этом фильме нам пришлось много изощряться. Мы начинали со скорости 24 кадра в секунду, затем переходили к 48, затем возвращались к 24. Джейк посылает кого-нибудь в нокаут на скорости 24 кадра, затем уходит в угол, 48 кадров, все это один план, затем он возвращается. Но, в общем, мы взялись за правило, что сами поединки идут у нас на скорости 24 кадра в секунду. И от этого правила мы старались не отступать. Есть исключения, но в целом мы старались сохранить реальное время поединка. Не считая таких моментов, когда он не дерется, а просто отдыхает в углу, или как в этом кадре тяжело дышит на фоне канатов. Затем он возвращается вновь в реальное время поединка, 24 кадра в секунду. У нас были десятки поединков, и для каждого был свой стиль. Один я снимал в упор, вот так, прямыми планами. Другой я снимал стедикамом. Он выходил из раздевалки, шел до самого ринга, и всю дорогу оператор на экране ехал впереди него. Это было здорово, отличный фильм. И это был пример того, что так хорошо умеет делать Марти.
Он знает эмоциональную сторону истории и всегда умеет зарядить теми же эмоциями зрителя. Он знает, как добраться до зрителя. Фотография — это цельный вид искусства, так же, как живопись, литература, музыка. Но кинематограф — это не индивидуальное искусство. Один человек здесь ничего не может добиться. Но, конечно, существует режиссер, как бы главный автор общего труда. Потому что когда несколько человек самовыражаются в одном произведении искусства, все могут пойти в разных направлениях. Поэтому за автора сценария, за композитора, за оператора, за художника, за актеров кто-то должен нести общую ответственность. Апокалипсис наших дней был финальной главой чего-то. Не только потому, что это был самый длинный, самый далекий, самый тяжелый, самый дорогой, самый опасный из всех когда-либо снятых фильмов, но и самый эмоциональный. На первом этапе своей работы в кино я имел дело в основном со светом. Я изучал возможности, которые свет дает для самовыражения. Я старался показать на экране, в том числе и в этом фильме, самые разные варианты света, а у него есть удивительные варианты. Свет может быть очень резким и очень мягким, теплым и холодным, искусственным и естественным. И тут всегда возникают противоположности. Фрэнсис снимал «Апокалипсис наших дней» на Филиппинах. Он позвонил мне и попросил, чтобы я приехал и был главным оператором второй съемочной группы. Каждый раз, как я приезжал туда, я старался работать, помня об общем стиле того, что они снимают. Витторио все время подначивал меня, все время со мной шутил. Он говорил: «Стив, мы тут застряли с этими съемками, а ты берешь камеру, едешь и снимаешь великолепный материал. Сделай что-нибудь чудесное здесь, подкинь нам какие-нибудь идеи». Он все время поощрял меня к тому, чтобы я делал то, что хочу. И в то же время я чувствовал ответственность, потому что то, что снимал я, должно было без швов сливаться с тем, что снимает он. Я понял, как важно иногда бывает путешествовать, приехать в другую страну, пользоваться другим языком, попасть в другой кинематограф. Это своего рода взаимный обмен энергией. В «Последнем императоре» мне интересна была возможность провести аналогию между жизнью и светом. Пуи совершает путь самопознания. И различным этапам этого пути соответствуют различные варианты света и различные цвета. Когда он перерезает себе вены, на экране впервые появляется красный цвет. Красный — это цвет начала, цвет нашего рождения. И когда он видит свою кровь, он вспоминает, что родился императором. Тут фильм переходит к сцене, где за ним приезжают люди с факелами. Когда мы видим в фильме оранжевый цвет, это цвет семьи, цвет запретного города. И я использовал весь свет в этой сцене, чтобы создать ощущение семейного тепла, материнского объятия. Желтый. Желтый — это цвет индивидуальности, цвет самосознания.
Цвет, который в Китае является символом императора. Цвет, который ассоциируется с жизнью, с самим солнцем. Зеленый. Это цвет познания. Зеленый в первый раз мы видим, когда приезжает его наставник. Он приезжает на зеленом велосипеде. До этого момента Пуи жил в запретном городе. И зеленый был для него запретным цветом. Он ничего не знал о целой части цветового спектра. О зеленом, голубом, синем, фиолетовом. Он знал только красный, оранжевый, желтый. Император не должен знать всего, потому что знание может повредить ему. Я совершил это путешествие вместе с Пуи. Я прошел по кругу, и этот опыт вновь привел меня из Китая к итальянскому кино и к последнему императору. И я понял, что кино не имеет национальности. Есть разные способы работы с режиссером. У меня сложились отличные рабочие отношения с Мартином Скорсезе. Я думаю, он самый визуальный из всех режиссеров, с которыми я работал. Когда мы начинаем работу над фильмом, он уже знает, чего он хочет. Все это уже у него в голове. Марти дает мне список своих требований. Он заранее задает ритм сцены. Он описывает, какие планы ему нужны. Если планы становятся сложнее, он либо набрасывает небольшой рисунок, либо отсылает меня к какому-то другому фильму. Он говорит, посмотреть такой-то кадр в таком-то фильме. Что-то в этом роде нужно нам здесь. Я помню один план, которого сам Марти раньше ни разу не делал. И он не был вполне уверен, получится ли это у нас. Это было в фильме «Хорошие парни». В той сцене, когда Де Ниро и Рэй Лиотто сидят в кафе. Лиотто начинает понимать, что если он пойдет туда, куда говорит ему Де Ниро, он будет убит. То есть это как бы конец их отношений. И мы сделали вот что. Мы начали отъезжать с камерой назад, одновременно укрупняя план. При этом кадр как бы не меняется. Но полностью меняется задний план. И это получилось очень интересно, потому что это сразу о чем-то говорит зрителю. Вы начинаете думать, что здесь происходит. Что-то меняется, но они все еще сидят в кафе и разговаривают. Но меняется мир вокруг них. Мне очень понравилось то, что мы сделали, и Марти был в восторге. Режиссер и оператор как бы перебрасываются идеями туда-сюда, от одного к другому. Это никогда не бывает просто и гладко. Всегда возникают споры о том, например, насколько темной или светлой должна быть сцена, насколько крупным должен быть крупный план. Фильм «Голова ластик» с самого начала сидел у Дэвида Линча в голове. И я думаю, моя задача как оператора заключалась в том, чтобы найти способы извлечь у него из головы этот фильм, заставить его объяснить мне в больших подробностях, как все должно выглядеть, как должна двигаться камера, каким должно быть настроение фильма, ощущение от него. Он говорил мне, скажем, это темный угол, не просто темный, а очень-очень темный. И мы начинали обсуждать, насколько темной бывает темнота. Я думаю, преимущество синего бархата заключалось в том, что у нас было много времени, чтобы о нем подумать. Дэвид написал для студии сценарий, за него долго не брались, какое-то время ничего не происходило. Я прочитал сценарий,
и мы начали его обсуждать. Мы говорили о том, как должен выглядеть маленький городок. Что делают в этом городке персонажи? Как выглядит обстановка их домов? Какое там возникает ощущение, потому что там происходит так много странных вещей. И как все это должно выглядеть, какие там цвета. Мы пару лет перебрасывались идеями, и это было здорово. Такое не часто случается. Первое, что Спайк сказал мне о фильме «Делай как надо», это что действие фильма будет происходить в самый жаркий день лета. Как заставить зрителей почувствовать жару? Если бы мы снимали фильм в реалистичной обстановке, я думаю, у нас бы ничего не вышло. Но у нас был один квартал в Бруклине, который стал нашей студией. Мы могли контролировать здесь цвета. Цвета костюмов, цвета домов. Мы заново перекрасили некоторые дома. Сами выбирали цвета. Мы создавали реальность для того, чтобы заставить зрителей что-то почувствовать. Я думаю, «Делай как надо» был первым фильмом, на котором я имел такую роскошь ждать нужного света. Я провел много времени, планируя определенные сцены, которые нужно было снимать в конкретное время суток. Потому что действие фильма происходит в течение одного дня в одном квартале, и изменения освещения бросались бы здесь в глаза. Я думаю, Спайк доверяет мне. Это доверие укрепилось. По-моему, это очень важно для него. Потому что иногда ему приходится бросать свои режиссерские обязанности и вставать за камеру. И когда он делает это, он полагается на меня, что я буду выполнять его работу. Режиссер — это человек, который контролирует игру актеров в фильме, контролирует сюжет. Оператор контролирует свет. Внезапно начинаешь понимать, что на самом деле все не совсем так, как кажется. Иначе говоря, ты создаешь отражение. И часто это отражение бывает скорее эмоциональным, чем реальным. Часто нас просят имитировать других. И это всегда немного разочаровывает, когда тебя просят полностью имитировать другой фильм. Мы все чему-то научились из других фильмов, и мы пытаемся подражать хорошим образцам. Но лучшие операторы — это те, которые каждый раз делают что-то новое. Я думаю, что сегодня в отношении техники кино мы стоим перед бездной. И нам предстоит прыжок в какое-то неизвестное, но, наверное, очень интересное будущее. То же самое происходило в 50-е годы, когда появились новые форматы кино, и это изменило наше представление о фильмах. Такая же возможность появляется у нас сейчас. Кто-то когда-то сказал, что освещение создает облик фильма и заставляет позы говорить так же красноречиво, как слова. Лучшие моменты в кино — это моменты, которые рождаются из того или иного освещения или его отсутствия. Если в фильме есть яркие образы, они останутся в умах у зрителей, и зрители унесут с собой образы, не только слова.